Турции трассу между Анкарой и Стамбулом пришлось перекрыть, там из-за сильного снегопада столкнулись более 30 автомобилей. Авария, как сообщается, произошла, когда на дороге забуксовал грузовик. В него влетели несколько машин, спровоцировав цепную реакцию. Всего пострадали 25 человек, их с травмами различной степени тяжести доставили в ближайшие больницы. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.